Осенняя кампания, весенние палы и новые путешествия. Для поездки в Россию белорусам больше не нужно сдавать ПЦР. Какой стоит учесть нюанс? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель, мы начинаем. Онлайн-шоппинг, сахара хватит всем и кредитные каникулы. Беларусьбанк вводит дополнительные меры по поддержке клиентов. Кому положен бонус? Как посеешь, так и пожнешь. В хозяйствах Бобруйского района готовятся к новому сезону. Какие прогнозы делают аграрии на урожай 2022? Мы планируем в 2022 году увеличить валовое производство еще на 5%. Хотел избавиться от мусора и чуть не сжег всю деревню. Горит трава, да? Да. И уже эта трава, я уже заметила, эта трава уже пошла к постройкам. Спасатели бьют тревогу. По всей стране фиксируются массовые палы травы. К чему приводят игры с огнем? Здравствуй, юность в сапогах. В Беларуси идет плановая призывная кампания. У меня друзья служат, и если подправили в честь к ним, было бы даже очень веселее. Кто будет жить по уставу 547 дней? Охота на зверя. В ветеринарных клиниках Бобруйска участились случаи обращения с укусами паукообразных. Буквально за вот этот вот месяц уже пациентов, наверное, 12 было точно. О чем говорит отсутствие аппетита у питомца? Интернет-покупки больше не проблема. Росграм заменит Инстаграм. И кто станет героем нового сериала от Marvel? Американская медиафраншиза готовит секретный космический проект для Disney. Какой? И снова разберут на цитаты. Президент продолжает серию интервью зарубежным СМИ. На этот раз во Дворце независимости побывал корреспондент японского телеканала TBC. Александр Лукашенко принял Канэхиро Шигенори в «Зеленом зале», где в 2015-м состоялись переговоры Нормандской четверки и вырабатывались Минские соглашения. Больше всего журналист спрашивал о ситуации в Украине и международных отношениях. Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду? Они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу летательными аппаратами, вертолет и так далее. Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет, как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать. Интервью, учитывая охват аудитории телеканала TBC, смогут увидеть более 125 миллионов человек в любой точке Японии. Недорогое жилье – реальность, онлайн-шоппинг на контроле и рождает ли спрос предложения? Белорусы начали активно скупать сахар, есть ли в этом толк? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. Для поездки в Россию белорусам больше не нужно сдавать ПЦР. Но пока это относится к тем, кто пересекает границу на автомобиле или поезде. Специалистам потребуется определенное время для снятия ограничений, которые касаются требований к тестированию, если человек в качестве транспорта выбрал самолет. Март отмечает всплеск обращений по поводу изменений цены в интернет-магазинах после подтверждения заказа. В связи с этим ведомство призывает тщательно проверять продавца перед покупкой, чтобы не оказаться в спорной ситуации. Особое внимание стоит обратить на шопинг в социальных сетях. Беларусьбанк вводит дополнительные меры по поддержке клиентов. В частности, отсрочка до 6 месяцев по погашению кредитов. Для этого нужно прийти в отделение и написать заявление. Исключение займы, предоставляемые с господдержкой. Каждую заявку рассмотрят отдельно и при необходимости увеличат срок до 12 месяцев. В Беларуси вырос спрос на сахар, однако все заявки выполняются бесперебойно. За два месяца 2022 на продажу поставлено более 25 тысяч тонн. Всего же в планах отгрузить 180 тысяч. В связи с этим власти приняли решение приостановить экспорт продукта за рубеж на полгода и сосредоточить ресурсы на внутреннем рынке. В Беларуси на четверть стало меньше пустующего и ветхого жилья. На начало 2022-го в реестрах насчитывается более 7,5 тысяч объектов. Еще год назад было на 3 тысячи больше. Начальная цена такой недвижимости устанавливается по рыночной стоимости. К сумме в одну базовую можно прийти, если на протяжении нескольких аукционов подряд на дом не найдется покупателей. Долг родине, верность присяге.
стране продолжается призывная кампания. Этой весной кроссовки на Берце смеют несколько тысяч новобранцев. В армейский строй станут и почти 900 бобручан. Сейчас парни проходят медкомиссию, после их ждет распределение. Служить или нет? Ответ искала Ольга Васенда. Без пяти минут выпускник механико-технологического колледжа Евгений Киселев уверен, служба в армии и обязанность, и привилегия. Сейчас 20-летний парень проходит процедуру призыва. Медики проверяют здоровье, а военные специалисты изучают личное дело. Цель молодого человека – рота почетного караула. Мой отец мне всегда рассказывал про свои истории, когда он служил. Теперь и мне будет, что ему рассказать. У меня друзья служат, и если бы отправили в часть, к ним было бы даже очень веселее. Согласно указу президента, с февраля по май на срочную военную и службу в резерве будут призваны те, кому исполнилось 18. Вчерашние студенты и школьники, представители различных профессий. В ближайшие год или полтора им предстоит освоить специальности. В военкомате стараются пойти навстречу при подборе профиля подразделения. Подразделники наши проводят службу практически по всей республике. Мы комплектуем Брестскую область, Минскую, Гродненскую, Гомельскую, то есть Витебскую. То есть у нас очень широкая география направления наших призывников. Годен или нет? Ответ на этот вопрос дает медкомиссия. В ее составе офтальмолог, невролог, психиатр, лор, стоматолог, хирург и терапевт. В день специалисты принимают до 50 человек. Всего в списке почти 900 призывников. На основании этого наши врачи плюс дополнительно их просматривают, выносят свои заключения. При необходимости мы их отправляем на обследование в лечебное учреждение, в поликлинике, в больнице. Если у молодого человека проблемы со здоровьем или его семья ждет пополнения, тогда положена отсрочка. Срок ее действия определяют в военкомате. Те, у кого нет препятствий для прохождения службы, готовятся к новому жизненному этапу. У настоящей повестки нет номера. Документ заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара. В тексте обязательно указывается цель вызова. Вручается лично в руки под роспись. В Бобруйске призыву подлежит свыше 1200 человек. Отправка войска пройдет в период с 25 апреля по 31 мая. С первых дней службы новобранцев ждут ежедневные занятия. Физическая подготовка, практика на полигонах и стрельбищах. Спустя месяц священный ритуал «Присяга», после которой вчерашние мальчишки с гордостью смогут себя назвать защитниками Отечества. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Весенний день год кормит. Белорусские аграрии готовятся к посевной. СПК-гигант, несмотря на середину марта, уже вовсю кипит работа. Начали здесь с подкормки удобрениями озимого рапса, в помощь механизаторам навигационной системы. О безотходном производстве и экологически чистом продукте. Татьяна Горбач. Посевная в СПК-гигант на старте. Для тракториста-машиниста Михаила Чернова она станет 16-й. В сельское хозяйство мужчина пришел молодым специалистом. С годами освоил аграрную науку. На этом поле в 93 гектара вносит азотные удобрения под озимый рапс. В помощь механизатору умная техника. Получили машину в этом сезоне. На машине роса установлена навигационная система. Она позволяет нам видеть площадь полей, то есть измерить полностью поле, сколько на гектар. Показывает то место, где ты, допустим, остановился, где у тебя закончилось удобрение. Ну вот и возвращаешься, и получается, видно, сколько ты гектар сделал и какой расход получается. Более 5000 гектаров. Площади пашни сельхозпредприятия внушительные. 35% засеяно озимыми. Они менее привередливы к погодным условиям и урожайность на порядок выше. Кооперативу принадлежат одни из самых плодородных земель в районе. Передовики тысячники побеждают в областных и республиканских соревнованиях. А сам гигант – одно из лучших хозяйств в стране. По плану у нас вот посеяно на этот год, грубо говоря, 650 гектар из озимого рапса, из зерновой группы с озимых, если брать, пшеницы 500 и тратикали 350. Планируется в этом году из зерновых сеять ячмень, это 400 гектар. Получается, зернобобовой группы это будем сеять горох 200 гектар, кукурузу 900 гектар. Посадку картофеля на 400 гектар планируется посадить. Сейчас животноводческие объекты освобождают от органики, вывозят ее в поле. Здесь работает отряд из 10 единиц техники, плюс погрузчик. Кстати, агрария в гиганте мотивируют не только рублем, но и хорошими условиями труда. Доставка на работу из других деревень. И что немаловажно, горячее питание 2 раза в день. Будем проводить такие виды работ, как внесение органики вот на самом поле. Значит, будем цеплять навозоразбрасыватели и вносить. Вносить будем под кукурузу. Значит, следующая операция – дискование, вспашка, значит, и посев.
Значит, как только будет возможность влезть в поле, будем начинать закрытие. Посевная должна пройти за 12 дней. Значит, я думаю, что уложимся. В ожидании посевной на мехдворе тракторы, разбрасыватели удобрений, бороны. Их привели в порядок еще зимой. Парк внушительный, 57 единиц техники, плюс прицепная. В прошлом году хозяйство приобрело в лизинг и новые агромашины. Погрузчики Амкадор, прицепы, пресс-подборщики и косилки Бобруйска-Громаш. Согласно плану на весенние полевых работ, та техника, которая будет задействована на весенние полевых работах, в полном объеме отремонтирована и готова к выходу в поле. Некоторая техника уже начала работать. На данный момент простое погоручье смазочным материалом, простое из-за отсутствия запасных частей, в хозяйстве нет. В хозяйстве не только выращивают богатый урожай, но и перерабатывают его. Есть тут собственное производство комбикормов. Ассортимент 15 видов. Для своих нужд и на продажу. Оборудование самое современное, высокотехнологичное. В час здесь производят 10 тонн рассыпной смеси и 5 тонн гранулированной. Гигант единственный в стране изготавливает визан-лен. Это уникальный в своем роде продукт. Природный антиоксидант. Применяется как кормовая добавка для улучшения пищеварения телят и поросят. В «Гиганте» умеют работать и зарабатывать. Подтверждение эффективного хозяйствования – рост выручки от реализации продукции почти в 2 раза. За прошлый год она составила 22 тысячи рублей. Увеличилась и рентабельность продаж с 4 до 23%. Поднялась прибыль, а соответственно и зарплата сотрудников. Среднемесячная – 1100. В прошлом году мы выполнили валовое производство продукции 130%. Даже на 4% перевыполнили задание. Но сегодня у нас однозначно созданы все условия, чтобы это задание было еще выше. Поэтому мы планируем в 2022 году увеличить валовое производство еще на 5%. «Гигант» – абсолютный победитель по производственно-экономическим показателям среди сельхозорганизаций Бобруйского района. И это не случайно. 7 десятилетий здесь закладывались традиции добросовестного труда, бережного отношения к земле и заботы о людях, которые на ней работают. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Весна – время обновления, пора рассвета, но славится она не только этим. Именно на этот период приходится массовый упал травы. И это при том, что ни для кого не секрет. Поджог сухой растительности – одна из главных причин лесных и торфяных пожаров, уничтожение экосистем и, главное, гибели людей. На днях в Бобруйском районе зафиксировано несколько таких эпизодов. О рисках и последствиях Карина Гуревич. Огонь, он повсюду. Деревни или города, неважно. Сухая трава, как спичка, горит сама и поджигает все вокруг. Приход весны ознаменовал новый сезон пожаров. Спасатели не успевают ликвидировать один, как уже фиксируется второй. Сжигание мусора, непотушенная сигарета, детская или не детская шалость. Звонки со всех уголков страны. Люди в панике. Под угрозой не только дома, но и жизни. Дежурная служба, еще чем помочь? Алло, добрый день. Добрый. Извините, пожалуйста, у нас здесь пожар. Где? Панкратовичи. Горит трава, да? Да. И уже эта трава, я уже заметила, эта трава уже пошла к постройкам. Буквально во вторник в Панкратовичах горели сараи. Один из жителей разжег костер за забором участка. Когда мужчина спохватился, огонь бушевал по деревне. В тот же день в Доманово пожар поставил на уши весь поселок. Когда местные спохватились, дом уже превратился в факел. Люди в шоке. Чудо, что пламя не дошло до других построек. А в четверг в Ковали пенсионер и вовсе получил ожоги, когда сжигал мусор на собственном участке. Гори оно огнем. Ежегодно из-за несанкционированных палов травы гибнут десятки людей. И эта цифра растет из года в год. МЧС в шоке. Местные разводят руками. А где еще полить траву? Ведь самое удобное место как раз в поле, недалеко от дорог. Март – время наведения порядка на дворовых территориях. Но кто поджигает траву на пустырях и с какой целью? На эти вопросы смелых признаться в содеянном пока не нашлось. Пренебрегая советами спасателей, люди жгут что и где хотят. Мусор, трава, порой дело доходит даже до старых покрышек и сломанной техники. Спасатели не дали пламени распространиться на другие хозпостройки. В результате повреждено имущество данных двух сараев. Спасено 3 сарая и жилой дом, которые находились вблизи данного очага. Пострадавших нет. Весенние палы наносят и серьезный урон окружающей среде. Нельзя сжигать изделия из пластика и резины, окрашенные куски дерева, старую мебель. Эти материалы выделяют опасные для здоровья вещества и губят природу. Плюс такие чистки в неустановленных местах грозят штрафом до 960 рублей. Рассчитывается площадь погибшей растительности, умножается на таксу и
лицу, виновному в совершении административного правонарушения, предъявляется вред. Ну, размер вреда, причиненного окружающей среде. Многие думают, что делают какую-то пользу, там погибают клещи, это элемент благоустройства, то есть не надо косить, выгорело, все хорошо, ровно и красиво. Но на самом деле в процессе горения погибает значительная часть насекомых, там целый, скажем так, мелкий мир умирает, который обитает вот непосредственно в этой траве. В Могилевской области за 2021 произошло 89 пожаров сухой растительности на площади более 33 гектаров. В этом году полтравы уже исчисляется десятками, и это только начало. Статистика показывает, абсолютное большинство таких возгораний происходит по вине людей и лишь в 10% из-за природных явлений. Ирина Гуревич, Максим Галионко, Станислав Чечерин. Итоги недели. Мал да удал. В Беларуси вместе с солнцем проснулись и клещи. В это время от паукообразных страдают не только люди, но и домашние питомцы. Порой дело доходит до переливания крови и длительной терапии. Решения предлагают разные. Капли, спреи, ошейники и таблетки. Как и где гулять безопасно. Еще неделю назад Рой выглядел абсолютно здоровым псом, однако на днях хозяева забили тревогу. У щенка пропал аппетит и появилась вялость. Карельскую лайку привели в ветклинику. Здесь специалисты и обнаружили клеща. Кровопийца примостился возле уха. Живем на берегу Березины, Куровцевский лес. Собака находится у вольера, Рой находится. Ну и постоянно выгуливаем, сейчас заходим в лес, в сосновый тамбур, там река, листья. Вот и все, сейчас такой период, такая обильность клещей. Весна не приходит одна. В это время прогулка с питомцем по парку может стоить ей жизни. Пироплазмоз и эболиты фиксируют буквально с первых дней марта. Сезонным заболеванием могут болеть собаки разных пород и возрастов. В запущенных случаях и вовсе требуется переливание крови и длительная терапия. Зачастую страдают очень печень и почки, поэтому назначается симптоматическое лечение для устранения самого заболевания и симптоматики. Буквально за вот этот вот месяц уже пациентов, наверное, 12 было точно. Сезон охоты клещи открывают при плюсовой температуре. Защитить четвероногого от напасти несложно. Производители предлагают массу различных репеллентов. Это капли, спреи, ошейники и таблетки. Плюс после каждой прогулки необходим тщательный осмотр. Безопаснее всего выгуливать питомца на специально отведенных местах. И здесь подцепить клеща вероятность гораздо ниже. Из-за открытого пространства и отсутствия высокой травы. За пределами площадки не забывайте про поводок и намордник. Паукообразные предпочитают смешанные леса. Нередко их жертвами становятся также любители пробежек на свежем воздухе и поклонники скандинавской ходьбы. Собираясь на природу, оденьтесь как следует. Необходимо минимизировать открытые участки тела, а придя домой, стряхнуть вещи и тщательно себя осмотреть. Чаще всего клещи детей кусают. Это ушная раковина, затылочная часть головы, поэтому обязательно родители будьте более бдительны. Клещи переносят различные заболевания. Самые опасные из них – энцефалит и лаймборелиоз. Только последний в прошлом году в Бобруйске зафиксирован 33 раза. Запущенный случай может привести к тяжелым и даже печальным последствиям. Поэтому лучше всего обратиться за квалифицированной помощью. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Измерение температуры без градусника, новый сериал о вселенной Марвел и как сэкономить электроэнергию. Android выпускает операционную систему с полезной функцией. Далее обзор новостей из мира высоких технологий. Российский банк запустил новый платежный сервис «Газпромпэй», благодаря которому можно платить в интернет-магазинах с любых карт. Сервис представляет собой виртуальный кошелек, при этом отдельное приложение скачивать не нужно. Достаточно выбрать «Газпромпэй» и пройти регистрацию. При последующих транзакциях потребуется только подтвердить операцию. Marvel готовит секретный космический проект для Disney+, пока он находится в статусе разработка, продюсер Кевин Файги. Это все, что известно. Однако есть предположение, речь идет о сольном сериале «Новый», о котором слухи ходят уже давно. Сам Кевин Файги признавался, ему интересен персонаж, так что, может быть, вселенная созрела для сериала этого супергероя. Кроме того, загадочный космический проект может быть спин-оффом грядущих фильмов Marvel или «Стражи Галактики 3». Раскрыта полезная функция Android 13. Она касается расхода аккумулятора. Новая операционная система может уведомлять пользователя, когда приложение чрезвычайно использует батарею в фоновом режиме. Финальный релиз Android 13, напомним, еще не состоялся. Предварительная версия была выпущена 10 февраля. Бета-тестирование должно начаться уже в апреле.
В России появится аналог американской соцсети Instagram, которая ранее была заблокирована на территории страны. По словам разработчиков Росграм, в ней будет предусмотрена возможность монетизации для пользователей. Приложение будет полностью на русском языке, но зарегистрироваться смогут и те, кто находится за рубежом. Запуск онлайн-платформы 28 марта. Honor выпустила инновационные наушники, которые могут измерять температуру тела. При этом точность впечатляет. Диапазон 0,3 градуса. Аксессуар имеет изысканный дизайн, отличается компактностью и весом – чуть более 5 граммов. Конструкция предполагает максимальное удобство в использовании. Они имеют двойное вентиляционное отверстие спереди и сзади. Это создает баланс воздушного и звукового давления для оптимального прослушивания. Стоимость новинки в Китае – $142, в Европе – 221. Старт продаж – 25 марта. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся.